Ой, ребята, мы возвращаемся в Plants vs. Zombies. Извините за долгое отсутствие. Давайте сразу же начнем. Так, только сейчас заметил, там было написано уровень 1-9. Ну, видимо, это что-то значит. Так. Ну, вот этого берем. Скорострела. Давайте тогда обычного брать не будем. Подкопим на нормального, такого мощного. Тогда вот этот... ну и вот этот. Все. Давайте начнем. Сразу же ставим подсолнух, естественно, посерединочке. Солнышко сразу падает. Так, надо подумать, или подождать, пока еще 50 очков стукнет, или сразу ставить кого-нибудь. Ну, сейчас он запульсирует, опа, сюда. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ага, простые зомби умирают от 10 попаданий, вот оно как. Так, сразу второго ставим. Да, вы, наверное, заметили, я купил новую пленочку, прям новую-новую, хорошую, да? Так что, когда смогу, сразу, ну, в магазинчик ближайший выложу кассету. Кассету, пленку. На все запишу. Так, что-то как-то быстро он идет, меня это немного напрягает, знаете. Давайте быстрее. Быстрее. Ё-моё. Так, по-моему, я это зря сделал. Однозначно, блядь, зря. Хавай орех. Так, тогда ты подорвешься. Да, надо было оставить обычный горохострел, что я тут затупил, однако. Прям по-крупному. Я еще так засомневался, типа, а оставить или не ставить? Ё-моё. Блин. Ё-моё. Так, ну быстрее. Ёптеть. Ладно, пропустим его. Его тоже пропустим. Да, вот газонокосилки работают, оказывается. Ясно, обычный горохострел, от него лучше не избавляться, либо оставить сразу мины. Что я, соответственно, не сделал. И два фронта теперь без защиты. Один точно. Полностью без нее. Так. Надо быстрее уже. Быстрее, как можно быстрее. Так, да, тогда его. Вот это отличная комбо. Пока этого жрут, этот жрет зомби. Нормально так. Бяу. Так, сюда лучше мину поставлю одну. Так, ё-моё. Надо быстрее. Фастом. Надо живуна поставить. Быстрее только. Ну быстрее. Ура. Большая волна, у меня почти ничего не готово. Ёптить. Тут, только тут скорострелы такие мощные. Так, что-то я не туда, по-моему, поставил.
Вот так вот сделаем. Ё-моё! Давайте пожертвуем. Так. Да, я однозначно зря убрал обычный горохострел. Однозначно. Так. Ну так. Однозначно. У меня просто не хватает денег на скорострела. Да. Так, ладно, пусть он солнышко даст. Ура, 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 сюда ставим. Хотя надо было сюда. Опять прокакался. Вообще сюда надо было лучше. Ладно. Так, блин, они и тут, и тут. Но серединочка держится уверенно, более чем. Да. Быстрее давай дожевывай. О, боже мой. Так, ладно, я придумал, что сделаю. Так, будет намного лучше. Мне бы хотя бы еще вот сюда, сюда поставить. Так, подкоплю лучше на горохострел. Чуть-чуть осталось буквально. Сура. Надеюсь, он не успеет дохавать. Блять! Сука! Все, хана мне. Нет, не хана. Все будет нормально, все будет путем. Нет, все плохо, все очень плохо. Все супер плохо. Все very, very bad. Very, very bad. Так, а это все что ли? Он последний остается. Прочный, прям очень прочный. А, ведро надел, типа крутой. Да, ну один в поле воин. Походу он схавает его.
Живи, орешек, живи. Он выжил. Так, что за письмо? Я в шоке, как я просто затащил эту катку. Мы нашли записку. Здравствуйте, мы собираемся напасть на ваш дом. Искренне ваши зомби. Ах, они какие, надо обороняться. Надо обороняться. Ё-моё. Как их там много. Оу, это мне нравится этот режим. А, в прошлый раз орешки катал я. А, теперь можно даже ставить, да? Так будет пусть. Так, они тут сохраняются, хорошо. Так будем делать. Не будем тратить эти бомбы. Лучше уж. Она, по-моему, его еще и убить может. Да. А, нет. Да, может. Все хорошо. Нормально. Обстрел просто дичайший. Прикольный режим, мне нравится. Тогда мины будут, тут ледянки, тут еще двойные, однойные, одномерные, не знаю, просто на сиденье поставим. 1-2 выстрела успею сделать, да и ладно. Бежит, смотрите меня. Да, ну смотрите, нормально работают, парим. Так. Большая волна, вау. Так, делаем тогда вот тут не просто, чтобы были еще одноиные обычные горохострелы, вот так я буду сказать. Так, будет. Так, вот этого, по-моему, пошатали там немножечко, поели. Просто молитов подстреливают. Так, вот там тогда вот так будет. Все, поле заполнено. Да, но они нещадно просто. Так, ладно, сомневаюсь, что у них тут хоть как-либо мины будут задействованы. Так, опа. Успел. Какое же тут месиво просто нещадное. Так,
принял в себя просто все. Молодец. Капец, что тут творится. Боже, что у нас. Ё-моё. Так, можно сделать здесь вот так. Здесь так, там же. Так, приближается большая волна зомби. Последняя. Ё-моё, как их тут много. Я думаю, зомби можно уже тратить. Всё, да. Вот ради этого я их копил. Нормально такая армия. Так, это чё? Какой-то грибочек, по-моему, да? Спорогриб. Стреляет спорами во врагов. Да, грибок. О, ночь. Привет. Эти зомби не дают тебе прохода, да? Скоро ты узнаешь, что сражаться с зомби ночью сложнее, чем днем. Ты не сможешь получать солнце с неба. Ну да, логично. Но ты по-прежнему можешь получать солнце с подсолнуха. И тебе еще повезло, что у тебя есть пара грибов. Сажай их как можно больше, и не пропадешь. А, ладно. О, смотрите. Зомби с газетой. А, они подписаны. Это обычный зомби. О, он бесплатный. Так, тогда вот это берем, вот это вот точно берем. Так, этот бомбы, да ладно, не будем их брать тогда. Все, поехали. Ё-моё. Так, это что такое? Это можно убрать? Нет. Ладно. Что за штуки? Могилы какие-то. Экспирит. Я не знаю, что это значит. Но по ним не стреляет. По могилам, в смысле. Он вообще не стреляет. Ну. А, он так работает. Боже мой. Ну и Кайл. Какой же это Кайл? Они хоть вырастут, я не знаю, в нормальной или... А, вот стреляет. А это что, не стреляет? Блять, вообще не понимаю. Все, ладно, я понял, нормально. Мне сказали, что какие-то грибочки растут. Я не знаю, эти растут или нет. Но они бесплатные. Ух ты. Слышали, да? Ну ладно, нормально. Урон вроде неплохой. Ну, похоже, что эти не растут. Так, ладно. Сделаем так. Да. Ой-ой-ой-ой. Ух ты, идет тут с газеты. Деловой. Давайте. А, он сначала в газету принимает. Ё-моё. О, просто такой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Страшно стало. Так побежал на меня. Я, чуть не обкакался. Капец какой-то. Ну ладно, но он начал хавать мне. Просто, жалко стало. Деньги хило. Собирайте деньги, чтобы покупать нужные вещи. Тут есть тут магазин какой-то. Идет. Страшно. Сейчас сожрет. У него зубы обычные. Слушай, я думал, эти могилки будут как щиты использоваться зомби, но они никак не используются, не знаю, что непонятно какая-то штука, шляпа. Фу, кал.
Сейчас еще 25 подкоплю, закончу линию и буду делать линию из этих орешков. Ну давайте на нижнюю. Что-то мало зомби ходят, я думаю, они потом соберутся силами. Приближается большая волна зомби. Так, ну я готов к ней. Офигеть! Вот оно как. Мы просто сожрали. Взяли и сожрали. Блин, надо было, наверное, взять все. О, нет. Еще денежка. 10 центов. Хотя тут, оказывается, долларов. Плюк, плюм, плюм. Какой-то 25 солнышек. Че это? Значит, солнцегриб. Сначала дает маленькое солнце, а потом обычное. Ладно. Посмотрим. Ладно, ребята, на этом пока что все. Ладно, давайте посмотрим, что он нам даст. Эй, собрал 270 монет. Когда соберешь 750, я продам тебе нечто классное. Хорошо. Ну вот на этом теперь точно все. Спасибо за то, что купили кассету. Всем спасибо. Всем пока.